Не обошлось без побед и в профессиональном спорте. Алтайский стрелок Сергей Каменский выступил в финале Кубка мира, который проходил в Болонье. В стрельбе из малокалиберной винтовки он взял золото. В каждом из трех положений Сергей был самым метким, выбил в сумме 461,4 очка. Напомню, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Каменский завоевал серебряную медаль как раз в этом упражнении, пропустив вперед итальянца Никола Камприани. Взять реванш бичанину не удалось, Камприани в Кубке мира не участвовал.